Это документ, который определяет отношение на перспективу, закладывает здоровую основу для развития Череповца. Это также очень важная составляющая. Ну, я хотел бы высказать слова благодарности всем участникам этого процесса. Спасибо за вашу активную позицию, где-то, может быть, даже принципиальность, желание добиться результата, умение разговаривать аргументированно и договариваться, искать компромиссы. Спасибо всем, что мы пришли к моменту, когда мы можем сесть за стол, взять ручки и подписать это соглашение. Я бы хотел отметить общую динамику, общую тенденцию. Мы все говорили об одном и том же, мы все преследовали основную и ключевую мысль. Наша основная задача была обеспечить более лучшие условия для жизни, для условия труда, для наших горожан. Уверен, что этот документ, это важнейший документ с моей точки зрения, который мы сегодня подписываем, документ, который регулирует трудовые и социальные отношения на период 2015-2016 года, он отвечает тем задачам, которые перед ним стоят. Поздравляю. Спасибо. А не отдам. Спасибо.